В начале 44-го года мы получили приказ погрузиться в эшелон и на фронт. Эшелон составлял обыкновенные теплушки, не пассажирские, а такие грузовые теплушки, в которых перевозили в свое время скот. В каждом таком вагоне помещалось 45-75 человек. Я был старшим вагона. В моем распоряжении я отвечал за 45 человек этого вагона. И ехали мы через всю Среднюю Азию. Так получилось, что на одной разбитой станции, куда эшелон еще дошел, и где нас выгрузили, одну половину вот этого вагона расположили по одну часть вокзала, собственно, название только вокзала. Вокзал был разбитый, но только здание называлось вокзалом. Ну, хорошо, что были восстановлены рельсы, а на вторую часть – вторую половину. Ночью подъехали американские студебекера, и во второй части, противоположной стороны, где были расположены вторая часть моих товарищей, их забрали. А мы потом еще где-то полторы суток пешком, где-то в сутки мы шли по 50 километров пешком с этой полной выкладкой на себе до фронта. И пока мы приехали ночью и пошли на позиции, куда нас распределили, в окопы, уже где-то треть моих товарищей, кто погиб и кто уже был ранен, кто был искалечен.